В центре города и не только. Сегодня можно было наблюдать необычную картину. Десятки сотрудников силовых структур областной столицы вручали подарки ученикам образовательных учреждений в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Мероприятие проводится уже пятый год Российским детским фондом с участием силовых ведомств региона. Акция ориентирована на помощь детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Их традиционно обеспечивают рюкзаками с канцелярскими принадлежностями перед началом учебного года. В состав рюкзака входят дневник, расписание, счетные палочки, тетради, обложки, пенал, ручка, простые карандаши, а также материалы для творчества. Планируется охватить около 70 семей, это только по городу Иркутску, а вообще акция проходит на территории всей Иркутской области. Она как раз и нацелена на то, чтобы многодетным семьям как-то немножко облегчить эту участь, собрать ребенка в школу. Ну и, конечно, всегда очень трепетно, приятно вручать детям, особенно готовящимся в первый класс в школу, вот такие памятные подарки.